Элементы русского стиля все чаще появляются в современном дизайне по всему миру. От модных показов известных модельеров до проектирования и строительства деревянных домов в национальном стиле. В России на творчество, связанное с национальными традициями, вдохновляет современных дизайнеров проект Российской академии художеств из цикла «Традиции и современность» и «Современность и традиции». И вот на днях открылась выставка, на которой представлена коллекция работ, которая позволяет окунуться в прошлое, узнать про быт и культуру предков. Подробнее в материале Галины Ледвиной. В залах Ассоциации «Союз дизайнеров» представлено современное творчество, но вдохновлены авторы работ национальными древнерусскими традициями. На выставке посетители увидят керамику, костюмы, оформление интерьеров, оформление церквей, какие они были и какие на сегодняшний день. Увидят много элементов, которые сегодня дизайнеры используют в создании своих проектов. На огромных фотографиях ювелирные изделия – это позволяет рассмотреть технологии и технику. Здесь очень много моментов, в которых использована техника и технологии исполнения 11-12 века на Руси. Здесь сочетание бирюзы и опалов идут, но вот эта закрепка камней и построение композиции, они очень напоминают украшения того времени. Представлен проект светового оформления, точечное освещение в старинных резных окнах. И так в каждом проекте своя изюминка. За каждым, будь то ювелирные украшения или архитектурные формы, тысячи этюдов и эскизов. Обращает на себя внимание проект мебели и предметов интерьера Татьяны Кореляковой. Будучи за ней, за ее проектами, я в этом уверен, и будет создан прецедент. Возможно, мы даже будем этой мебель уже изготовлять. Старорязанская древняя мебель. Это прецедент, это рождение стиля. И так было только в Серебряном веке. Сегодня, говорят дизайнеры, во многом единственной возможностью изучения русской культуры является исследование археологических работ. Помогает им погрузиться в мир Древней Руси, изучить мастерство и знания предков, научно-практический проект, который реализуется на площадке уникального археологического памятника «Городище Старая Рязань». Археологи нам помогли, они представили работы, которые были представлены в музее. Это раскопки 11, 12, 13 века Старой Рязани. Это великолепные работы и ювелирные, и упаковки, и по металлу, и по предметам быта, и другие предметы. И вот они и послужили нам большим толчком к творчеству. Нас очень хорошо приняли в Старой Рязани, показали все, мы участвовали на раскопках, мы совместно работали с археологами, мы провели там научную конференцию. И сейчас вот этот проект у нас вылился вот в такую прекрасную выставку. Авторы проекта подчеркивают, что возрождая национальные традиции и транслируя образы посредством современного дизайна, у нового поколения появляется возможность получить утерянные знания и восстановить связь времен. Детальное изучение предметов позволяет выявить новые важные элементы технологии, которые могут быть применимы в развитии современного дизайна.